Да, с кем имею честь? Здравствуйте, с Альфа-банка, Алексей. Да, прекрасно, слушаю вас, Митя. Сергей Викторович, а должность у вас имеется в банке? И что? Не оплачиваете вы, с чем это связано? Давай так, с чем связано? Давайте, мой юрист давайте готов... на вы, наверное, или... Нет, я буду говорить так, как считаю нужным. Да? Да. Есть проблема? Да пишите, пишите. Давайте, что вы считаете нужным? Значит, мой юрист готовит заявление в суд. Все вопросы там. Вас я не знаю. Давайте. Это понятно? Доверенность свою. Не надо вам документы? Нет, перестать. Ничего, никаких документов. То есть у вас есть задолженность, по ней вы оплачивать отказываетесь, да? Подаете без комментариев. Вы меня услышали, запись пошла. Все, до свидания. Разговора не будет. Пошла, так вы еще ничего не записали. Разговора не будет. Не сказали ничего даже. А я тебе обязан что-то говорить? Ну, я хочу что-то услышать. Ну, хоти на здоровье. Твое мнение я услышал. Хоти на здоровье, земляк. Что вы мне хамите-то так, а? А что такое? Алексей Викторович. Задался человек, самому себе-то не стыдно? А нет? Что такое? Нет, не стыдно. А тебе не стыдно? Мне? Да. А за что мне должно быть стыдно? Да потому что есть законы Российской Федерации. Есть законы. Я желаю решить этот вопрос. Вы не выполняете. В суде. Нет. Нет. Взяли на себя обязательства, сложили согласие. Ты стыди свою матушку, Бога душу мать. Все, разговор закончен. До свидания. Я еще раз говорю вежливо пока. Разговора не будет здесь. То есть вам, как представителю банка, разговор будет только в суде. Только в суде? Да. А в связи с чем это связано? В связи с моим желанием. В связи с чем такое желание? Я что, перед тобой отчитываться лучше? Я не буду... Да я хочу узнать по-человечески. Хотим узнать. Отчетов никаких. А мне плевать на твои отчеты, я не работаю в банке. До свидания.